Добрый день. Хочу предоставить вашему вниманию вот такой кронштейн или подставочку вот такую для планшета. Пришла она с магазина Тинодиал. Заказывал в магазине Тинодиал. Вот такой вот коробочки пришла. Вот так вот, может быть, видно, чтобы не очень свечило. Так вот. Такая вот коробочка. Вот такая вот коробочка. Подставочка в такой коробке. Так, вытаскиваем ее, смотрим. Вот в таком оформлении она. Оформление вот оформлено. Бархатистая такая подставочка. В ней лежит непосредственно сам кронштейн. Вот такой кронштейн. Подставка вот такая. Ага. Вот здесь еще находился вот такой вот мешочек. И сумочка для того, чтобы складывать. Вот что она себя представляет. Вот такой алюминиевая конструкция, вот такая с раздвижными упорами, с раздвижными упорами. Вот прорезиненная, упоры прорезиненные, то есть вкладочки имеются резиновые, откидные еще имеются ножки, вот они откидные специально, вот раз, два. Прорезиненная тоже резиночка, плотная такая резинка. Плотная резинка, откидные ножки. Упор тоже прорезиненный упор. Вот он, упор резиновый. Вот здесь тоже резиновая. Вот она, резиновая. Плотная резина такая. Вот имеется еще одна маленькая откидная ножка. Это если на случай, если вот ставить вот так. Конструкция вот такая вот лежачая. Конструкция вот такая лежачая. То есть если нужно немножко пониже его опустить непосредственно сам планшетик, то вот так вот такая вот конструкция будет вот такого содержать. Если вот такого будет. Повыше надо сделать, значит вот так вот станет. Вот, сейчас я покажу на планшете. Вот. Ну, все это прорезиненное, ножки резиновые, здесь резина тоже мягкая, довольно-таки резина. Здесь резина, здесь резина. Вот все это. Вот. Он стоит сам, это тренога, можно сказать так, сама конструкция. Это стоит недорого, $7 всего. Ну, поэтому смысл есть ее приобрести. Очень недорогая. Вот. Нет, по-моему, около $9 где-то, примерно, по-моему, $9, да, где-то около $9. Ну, неважно, 7-9 долларов, да, тут. Вот, сама просто конструкция очень хорошая, с алюминия сделана, вот такие прочные ножки, все это, резина сделана. Очень хорошая конструкция. Вот так будет выглядеть на 7 дюймов планшет. То есть, понятно, да? Вот так вот. На 7 дюймов будет выглядеть планшет. Вот. В таком плане. Может быть, планшет можно на 12 сюда. То есть будет повыше немножко, на 12, побольше. Потому что вот еще запас есть. Вот эта фишка. Вот запас еще. То есть вполне запас. Вот. Запас есть, можно положить его, я уже говорил, лежа, то есть вот так вот сделать, вот поставить на это и поместить его лежа, то есть вот так будет
И, естественно, можно работать на них. То есть, вот такого плана. Такого плана. Так что, пожалуйста, у кого есть желание, приобретал, говорю, что в магазине Кинодиа, через месяц пришло, где-то дней 25-26, наверное, 28, где-то примерно посылочка пришла. Вот. Много было всяких нужных и ненужных вещей. Ну, вот так, такая вот подставочка. Вот так вот она сюда вот нравится. Ну вот и все. Спасибо за внимание.